Эту песню хочу посвятить я своим педагогам, Диме в их числе, и педагогам, которые сегодня в этом зале, и педагогам, которые сегодня не смогли прийти, или которых нету рядом, но которые живут во мне. И эта песня отчасти и есть посвящение педагогу, посвящение своему становлению. Отчасти она посвящена, в общем-то, Диме Матюшину. И автор этой песни сегодня тоже в зале, вы ее тоже видите еще на сцене, прекрасная Лена Жилина. Это одна из моих любимых песен Лены. Она еще совсем юная, но она уже замечательный автор, практически уже классик, да? Я же не... Однозначно. Уже классик авторской песни. Скрипка. Лена Жилина. Ага, Лена Жилина. Я знаю, что Лена Жилина ставит сюда тапу. Да, пожалуйста, видел... сыграй. Я так, видел, как она играет. Да, да, так как Лена быстро. Я вам скрипка, вы мне мастер, по-другому не хочу. Это только ваши власти прислонять меня к плечу, но однажды спрятав руки за спиной, вы на тягостные муки, вы на собственные звуки обрекли рассудок мой. Я играю самовольно, отхожу от образца, но как тяжко, но как больно без конца. Нет о том предупреждений, но чуть что слетает с плеч голова от рассуждений, от поспешных утверждений, от безрадостности встреч. Этот дар меня погубит, если не спасет от бед. Вы бы знали, как же любит музыканта инструмент, если скажет, не причастен, не поверю скрипачу. Я вам скрипка, вы мне мастер, я вам скрипка, вы мне мастер.